эфир телеканала «Россия». Продолжает программа «Вести» Астраханской области. Это наш последний выпуск в 2020 году. С вами Анастасия Андрейко. Здравствуйте. 2020 уходит в историю, и можно много говорить о том, каким непростым он выдался для мира, страны, нашего региона и каждого из нас. Было всякое, и достижения, и беды, в этом и есть жизнь. Каким запомнится уходящий год для астраханцев, его самые яркие моменты в материале Алексея Шутова. Високосный 2020 приготовил испытания самых первых дней. 2 января. Крупный пожар в Астрахани в доме на Советской. Есть погибшие, пострадавшие, лишившиеся жилья. Губернатор Игорь Бабушкин берет ситуацию на личный контроль. Людей размещают в кризисном центре. В 4 астраханских семьях в новогоднюю ночь появляются малыши. Из далекого Ухани приходит информация о загадочном коронавирусе, ограничении массовых мероприятий. А в Астрахани люди идут на вторую часть блокбастера «Вторжение». В продолжении космической темы Астрахань становится героиней фотографии, сделанной с борта МКС космонавтом Олегом Кононенко. А Роспотребнадзор в январе сообщает о превышении порога по гриппу и ОРВИ на 53%. У заболевших высокая температура и сильный кашель. Но это еще не коронавирус. Через 5-6 дней люди выздоравливают. В Астрахани впервые открывается авиарейс до Волгограда. Первый весенний месяц – первые ограничения из-за коронавируса. Сначала на массовые мероприятия, а позже вся страна и регион уходят на так называемые нерабочие дни. «Сидим дома» – главный слоган весны. Тысячи волонтеров берут на себя заботу о пожилых людях. Налоговые каникулы и целый пакет мер поддержки, как федеральный, так и региональный, призваны спасти малый и средний бизнес. Он, кстати, начинает перестраиваться. Кто-то уходит в интернет, общепит переходит на доставку. Врачи вступают в схватку с малоизученным вирусом. Число инфицированных растет, становится понятно, силами одной лишь инфекционной больницы не справиться. В режиме ковидного госпиталя начинает работать Александро-Мариинская больница. К лету ситуация, казалось бы, вышла на плато, но впереди еще будет вторая волна коронавируса. В период ограничений продолжили работать коммунальные и городские службы. Это позволило привести Астрахань весной в порядок. Как и прежде, высадить сотни цветов и деревьев, открыть новые парки и скверы. Благодаря договоренностям губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с федеральными министерствами и ведомствами в этом году был хороший паводок. Рыба смогла отнереститься, удачные были весенние и осенние путины. Летом начинаются полеты санавиации, она помогает спасать жизни тяжелых, в том числе и ковидных больных.